Всем большой привет, меня зовут Ангелина, я безумно рада видеть вас у себя на канале. И вы смотрите мой самый первый ролик по теме доп. Материалов, отдельно посвященный этой теме ролик. И я не знаю, возможно, это уже станет открытием какой-то новой рубрики на моем канале, пока что сказать тяжело. В общем-то, я думаю, те, кто был на предыдущем стриме, который был буквально буквально совсем недавно, те помнят, что я обещала вам, в общем-то говоря, поделиться с вами наконец-таки теми ссылками на доп. Материалы, которые мы рассматривали с вами на стриме. Все ссылочки, которые ведут на женские доп. Материалы, я уже вам скидывала давным-давно. Если вы до сих пор не видели, не знаете, где это посмотреть, то я оставлю ссылку на свою группу ВКонтакте, как всегда. И там вы сможете найти целую серию постов, в которых, в общем-то говоря, и ссылки, и скриншоты, которые демонстрируют доп. Материалы, которые я скачивала специально для стрима. В общем-то, там вы сможете легко все найти, скачать и добавить к себе в игру для того, чтобы сделать ваших симов более красивыми, более стильными, модными, молодежными, так скажем. Но, как некоторые из вас успели верно заметить, мужскими топ-материалами я так до сих пор и не поделилась. И учитывая то, что это до сих пор актуально, учитывая то, что меня попросили это сделать, то я решила, а почему бы не оформить это в формате видео? Возможно, так будет и легче мне самой это все оформить, и, возможно, вам тоже так будет намного легче воспринимать информацию и определиться для себя, что вам нужно в игре, а что нет. Поэтому, да. Я желаю всем приятного просмотра. Прямо сейчас мы с вами будем рассматривать доп-материалы, а все ссылки на них вы сможете найти в описании, прямо в описании под этим видео. Так что запоминайте все то, что вам понравилось, запало в душу, переходите в описание и скачивайте на здоровье и пользуйтесь в своей игре. И если вам понравилось это видео, то, пожалуйста, поблагодарите меня лайком. Да, вот такая вот я бякушка, стала лайки просить, вообще бесстыдница, бессовестная девочка. Но, тем не менее, если вам понравился этот ролик, если он был полезен для вас, если вы нашли для себя что-то новое, интересное, то не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, если до сих пор вы этого не сделали. И всем огромное спасибо за внимание, приятного просмотра еще раз, и до новых встреч!